учитывая сегодняшние тенденции, то, что в условиях вызова современного, да, мы разработали уникальные системы в своем роде. Это рециркуляторы, а также системы ультрафиолетового обеззараживания для встраивания в канал системы вентиляции существующей. Совместные работы проводятся совместно с нашим научно-исследовательским, скажем, отделом, который предлагает также инновационную систему и управления, и контроля состояния ламп, наработка ламп, датчики, необходимые устройства датчиков, которые позволяют работать с системой круглосуточно, при этом не будет проблем, скажем так, если система выйдет из строя, она сможет самостоятельно выключиться, а при необходимости даже сигнализировать заказчику о своей неисправности. Вот. Основное наше направление также это конвекторы промышленного исполнения класса защиты IP54-56. Данные конвекторы в основном используются для производственных помещений, складских помещений, объектов нефтегазовой промышленности, объектов, скажем, там, где требуется высокий уровень и высокая защита от различных осадков, от различных воздействий и тому подобное. Производство полностью сосредоточено в Псковской области. Выполняется полный цикл, начиная от разработки самого изделия, также возможна его адаптация для нужд того или иного заказчика, то есть это изменение, может быть, какой-то геометрической формы, изменение способов управления, соединение системы управления в каскад и тому подобное. Это все мы готовы рассматривать и идти навстречу заказчику. То есть, ну, прежде всего, это, конечно, качественное, надежное изделие, которое будет радовать людей и потребители своей надежностью, долговечностью, вот, и не придется, скажем так, волноваться о том, что система выйдет из строя или будет работать с какими-то ошибками. Вот. Конвекторы также выпускаются с различными системами управления. Могут быть однофазные, трехфазные, с регулируемым термостатом, с обычной системой управления, а также позволяют как подключать его одиночно, так и соединять их в общую сеть. Это, скажем так, для каких-то крупных объектов, где требуется, предположим, обеспечить равномерную нагрузку, равномерное распределение теплового потока по всему зданию. При этом система управления, она может быть одна централизованная, при этом управлять сразу группами конвекторов, которые будут соединены в одну цепь. Ну, то есть эти все системы управления мы разрабатываем и готовы внедрять в производство, да. Скажите, как промышленность Псковской области отреагировала на коронавирус, как она переживала и переживает эту пандемию, на ваш взгляд? Ну, скажем так, мы все, скажем так, коронавирус – это вызов, это общий вызов всем нам, и мы, скажем, должны реагировать адекватно. При этом мы полностью обеспечиваем необходимые санитарные нормы, все, что продиктовано вот этим вызовом. Также производственным, прежде всего, уделяется очень большое внимание производственной санитарии, что особенно актуально в наших тенденциях и во время этого вызова. Ну, что еще сказать? Учитывая потребности, мы также, вот, как я уже говорил ранее, разрабатываем системы обеззараживания, вот, внедряем их, вот, создаем благоприятные условия работы, труда. Вот. В общем, да. Инновационный форум 2020, один из немногих, проходит в пандемию. Как бы вы оценили его работу, участников, решения, предложенные вашими коллегами? Ну, скажем так, это очень хорошо, что все-таки промышленность не останавливается, потому что это достаточно важно. И при этом организаторы форума все соблюдают все необходимые
мероприятия по санитарной обработке, по соблюдению социальных дистанций, по обеспечению производственной санитарной гигиены. В общем, что касается общего количества участников выставок, это радует, что очень много представлено наших российских разработчиков, которые, несмотря на сложность всей сегодняшней вот этой обстановки, тем не менее не утратили стимул и продолжают плодотворно работать, трудиться и предлагать инновационные, а порой даже уникальные в своем роде разработки.